Всем привет, я приветствую вас на своем канале, и сегодня мы будем строить с вами в Sims 4 торговый центр. Этот торговый центр я построила для того, чтобы играть в челлендж 100 детей, так как мы играем в Нью-Крести, а там совсем нет никаких развлекательных заведений, поэтому я решила немножко его застроить. В этом торговом центре, правда, я не поставила никаких магазинов, ну, потому что посчитала, что нет смысла захламлять пространство какими-то, ну, абсолютно неигровыми вещами, потому что все равно ничего Симка купить там не сможет. Поэтому я больше сделала, наверное, для развлечений этот торговый центр. Здесь очень много кафе, можно сказать, много фудкора. И на втором этаже потом позже я выложу вторую часть. Да, кстати, я не сказала, у нас данная постройка будет в двух частях видео, так как она заняла у меня неделю, я строила ее очень долго, соответственно, записи, видео, ну, большое количество, и я пыталась как можно сильнее ужать и вырезать какие-либо моменты, которые, ну, не стоит смотреть, да, где там что-то подбирала долго и так далее. Вот, и все равно получилось видео достаточно громоздким, и я решила разбить его на две части. Так вот, в последней части вы потом увидите застройку второго этажа, где будет видна детская зона. Там будет детское кафе для празднования дня рождения и, ну, каких-либо праздников еще. Можно устроить какую-то детскую просто вечеринку. Так получилось, что у меня слетела ранее игра Sims, и потом я решила ее обновить, и постройку, которую я делала самую первую и выкладывала на свой канал, она называется «Строительство площадки для детей развлекательной», и, к сожалению, я ее не сохранила к себе в папочку и в библиотеку, и она у меня удачно ушла с той игрой. Собственно, когда я установила новый Sims, этой, естественно, постройки у меня не было. И опять же, мой город остался ничем не застроенный, и мне пришлось строить что-то опять. Но строить уже детскую площадку я не захотела заново отстраивать, и решила построить что-то такое тоже грандиозное, большое, но чтобы было не только что-то для детей, а, например, также были какие-то кафешки, ресторанчики, чтобы можно было просто сходить туда, даже, ну, даже не играя даже в этот челлендж, да, а просто даже если это будет игра какая-то обычная, ну, в конце концов, чтобы Симка могла сходить и развлечься. На свидание она тоже, да, могла сходить с каким-то Симом. В общем, это такая постройка, которая совместила в себе несколько вариантов ее использования. То есть можно использовать как и для праздников, так и для, ну, детских дней рождения и всего чего угодно, просто отдыхать, приходить. А также эту постройку, кстати, вы потом не полностью увидите в одной серии 100 детей, там дальше будет интересный, кстати, поворот. Вот, и мне пришлось все-таки в недостроенное, так сказать, здание сходить с моими детишками туда. Вот, ну, потому что я была просто вынуждена это сделать. И там вы потом видите в одной серии еще такой полуфабрикат. Вот, ну, сейчас она полностью достроена, и уже в нее можно играть, приходить. В общем, что я, собственно, собираюсь дальше делать в моем челлендже. Так как челлендж пока у меня один, собственно, я больше свои постройки как-то под него встраиваю. Вот, ну, надеюсь, эти постройки потом пригодятся мне в каких-то других челленджах. Но пока мне очень интересен именно тот проект, который я создаю на своем канале. Надеюсь, он вам тоже нравится. И дальнейшие постройки я буду подстраивать под него. И да, я еще делаю одну постройку, это будет парк. Он будет меньше, конечно, чем данный участок, потому что это был самый большой участок на Нью-Крести. А там я взяла участок немножко поменьше и строю парк. Но он тоже будет, ну, не такой обычный, знаете, не просто с какими-то там деревцами, площадками просто, да. Нет, я там, мне такая задумка тоже интересная, поэтому пока потихонечку воплощаю в жизнь, возможно, она тоже получится достаточно долгой, большой и, наверное, тоже будет в двух частях. И да, не знаю, конечно, как вы отнесетесь к тому, что эти постройки будут разделены вот так по частям, но мне кажется, это очень удобно. Удобно в плане того, что не такое затянутое долгое видео, и плюс я знаю, что некоторые смотрят постройки, ну, не знаю, конечно, как вы, но знаю, что
читала комментарии девчонок, мальчишек на других каналах, что они смотрят постройки для вдохновения, или кто-то пытается их повторить. Поэтому я думаю, что если кто-то решится построить тоже что-то подобное, будет время хорошо посмотреть это видео, потому что я не стала его сильно ускорять, опять же, чтобы было, ну, видны какие-то моменты самые важные, да, где там что, какая стеночка стоит, какая мебель и так далее. Вот, поэтому если кто-то решится повторить, то я думаю, это будет достаточно удобно периодически там подсматривать, там где-то перерисовать, возможно. Ну, все строят по-разному, кто-то просто ставит на паузу. Я раньше строила, когда перестраивала чужие постройки просто для себя лично, я строила так, что смотрела видео, ставила на паузу, повторяла и опять возобновляла. Не знаю, как строите вы, и вообще, ну, кстати, для чего смотрите видео по постройкам, мне очень было бы интересно узнать, поэтому можете написать в комментариях ваших, меня все читаю, всем отвечаю. Вот, и да, у меня, кстати, появились новые подписчики, я хочу вас поприветствовать, хотя, наверное, я должна была это сделать в начале, но немножко начала говорить, и как-то мысли улетучились, в общем, приветствую вас, спасибо, что подписались, надеюсь, вам будет нравиться мои постройки, наши какие-то будущие челленджи и данный челлендж, вот. И да, у меня канал молодой, и у меня спрашивали, у меня одна девушка писала, что она не видела ни разу мой канал, но это все из-за того, что он очень молодой, ему там, может быть, около месяца, может, чуть-чуть побольше. В общем, я еще, знаете, такой юный ютубер, как я говорю всегда, вот. И поэтому, если вам будет несложно, то я была бы очень рада, признательна, благодарна, если бы вы, например, поделились моим каналом с кем-то еще из своих друзей или знакомых, кому бы это тоже понравилось, ну и кто вообще любит эту игру. В принципе, я рассказала все, что хотела. По постройку рассказывать особо такие нечего, ну так как это торговый центр с разными развлекательными заведениями. И его в полной красе вы можете будете увидеть в моем геймплее, поэтому кому нравится, спасибо вам большое за просмотр и приятного вам дальнейшего просмотра. Я вас покидаю, а вы послушайте музычку оставшуюся часть видео. Всем пока-пока!